ערב טוב, רני דוד מתלמוד ירושלמי, טרקטט ברכות דף צערי א', בלי זדינות ספיר, רצון שדברי תורה נשמעת כל נתברים מכולם, אבי יתר ראשים, מחומים בורחה בזלפוע, זקנתי שבע בדינה וגם אמר רבת זלפה. טוב, גלווה דביעתה, הלכת רצה, משנה גבריתה. בנה בית חדש וקנה כלים חדשים, אומר ברוך שהגיענו לזמן הזה. צ'לווה כתור קופיל נווי אדשדו, אילי נווי שטוטו לסביה נווי, מבל תגדלי. Построил новый дом. Говорит здесь Иерусалимский Талмуд, когда говорит Шехиану, только купил, еще не отдел, уже говорит Шехиану. Да, у нас Аллаха сегодня не так, но когда должен говорить человек Шехиану за радость, которую он получил, он купил, приобрел, уже у него радость, поэтому говорит Иерусалимский Талмуд, говорит Шехиану. Тоже так же, как мы проходили на прошлом листе, когда идет дождь, мы говорим тоже там, а то Вамитив. Почему? Почему мы говорим, дождь только пошел, еще ничего с земли не выросло. Но так как уже дождь пошел и есть потенциал, говорили тогда это благословение, сегодня это благословение мы на дождь не говорим. Дальше говорит Мишна. Меварех аля раа меэна това, ве аля това меэна раа. Человек благословляет на то, что случилось с ним сейчас. Даже если сейчас это плохо, будет хорошо, благословляет на то, что сейчас. Сейчас хорошо, будет, не дай бог, плохо, благословляет то, что сейчас. Например, Вавилонский Талмуд приводит пример. Человек, поле которого затопило. Сейчас он все потерял. Сейчас это хорошо или плохо? Сейчас это плохо, он говорит, да я на иметь. Но со временем вот эта влага, которая впиталась в землю, она поможет, чтобы оттуда выросло больше. Какое благословение мы говорим? Когда будет или которое сейчас? Которое сейчас. Человек, который нашел клад, это хорошо или плохо? Сейчас это хорошо, поэтому говорят, то вам идти. Но если тот, кто собирал налоги, он это узнает, тогда ему будет плохо. Когда мы говорим благословение то, что есть сейчас. Дальше говорит Мишна. Вацоэк лешавар харезет филачав. Человек, который молится о том, что уже произошло. Это бесполезная молитва, это ненужная молитва. Кейцат, хайта, и что мы уберет в умере, и рацион четылет, и шти захар харезот филачав. Например, человек, его жена беременная, он молится Богу, Бог, чтобы вот этот мальчик, который в животе у моей, чтобы этот ребенок в животе у моей жены был мальчиком. Ну как так, может, уже там ребенок какой есть, как такой он есть? Бесполезная молитва. То вес, который позор, говорят, до 40 дней, можно помолиться и так далее. Человек узнал после этого. Хая бабадерех вешама кольце ваха баир ваумер и рацион шелуе бетох бети харезот фирачав. Человек возвращался домой с пути. Видит, заходит в город, он слышит, вернее, что кто-то кричит. И он говорит Всевышний, да Бог, чтобы это не было в моем доме. Говорят, тоже бесполезная молитва, уже кто-то кричит, уже этот крик произошел. Поэтому это уже молитва после времени, молитва, которая... бесполезно. Дальше говорит Мара. Теперь Мара объясняет так. Амар бихья барба лосов давар хадашим эла афиру шахаким. На что говорит человек Шехиану? Только когда он купил новый костюм. Говорит Талмуд, нет. Что даже если он купил старый костюм, одеванный, для него это новый, для него этого не было, он говорит на это Шехиан. Но объясняет Хахамим, что а если у меня был новый костюм, я его продал, и потом я его снова купил, говорю на его Шехиану или нет, я на него Шехиану уже не говорю, потому что для меня он уже старый. Это все равно, что человек, который, не дай Бог, развелся со своей женой, развелся, потом ее возвращает. Это то же самое. Если я купил чью-то старую вещь, и она новая для меня, я говорю Шехиану, но свою старую я продал, она была новая, с этикеткой, и потом снова купил, Шехиану говорит Гмара, я не говорю. Дальше говорит Гмара. Рабби Яаков Барзви, Бешем Рабби Хия Бараба, Амар Кана Умер, Барух Шехиану Викиману. Если человек купил новый костюм, новую вещь, новую мебель, он говорит Шехиану. А если ему подарили, какое благословение говорит? Мебель тоже. Какое благословение говорит? Келим имеется в виду утварь какая-то. Какое благословение говорит? Ему подарили Хатова Метив. Бог, который добр и делает добро. На прошлом месте мы сказали, что это благословение говорят, когда есть два партнера. Мы сказали, это удивительная Аллаха, непонятная, но так Аллаха. Человек, которого, не дай Бог, скончался папа. Какое благословение говорит? Барух дай наэмет. А если папа ему оставил наследство, и он единственный наследник, он еще говорит Шехиану тоже. А если у него есть еще братья, которые наследуют с ним, вместо Шехиану говорит Атов ваметив. Потому что там есть партнеры. Сегодня это благословение пропускается. И человек говорит только Барух дай наэмет. А как же здесь? Объясняет Рош, что тот человек, который дает, он тоже получает какое-то наслаждение. Он партнер тому, кто дал. Так объясняет Рош, гра с ним не согласен, но как бы там ни было, так мнение Иерусалимского Талмуда, что если подарили, не говорю Шехиану, а говорю Хатов Амити. Сегодня мы говорим на все Шехиан. Дальше. Лаваш бегадим умер барух мальвич арум. Теперь, когда я говорю сегодня, мы говорим Шехиану, когда я одеваю одежду,
Говорит Иерусалимский Талмуд, когда я говорю, когда я купил. А когда я одеваю, говорю, Барух, Мальбиш, Арумим, благословенный Бог, который одевает ногих тех, кто обнаженный. Сегодня мы говорим о благословении каждое утро, да? Не забыть его сказать с каваной, что Барух Ашем, у меня есть что одеть. Дальше говорит Мара. Хаосе сука ля цмо умер Барух Шашер кедешану мисвотав вецивану ласот сука. Говорит Иерусалимский Талмуд, человек, который строит суку, должен сказать, что я исполнен. Благословен Бог, который дал мне мицву строить суку. Сегодня мы эту мицву не говорим, потому что это эхшер мицва. То есть вопрос, на что я говорю благословение? На саму мицву или даже на подготовку? То, что я строю, у меня мицва сидеть в суке, жить в суке. Но как я могу жить в суке, если я ее не построил? Поэтому говорит Иерусалимский Талмуд, что я должен сказать благословение, что мицва сделать суку. Но сегодня мы эту мицву не говорим. Даже Гадумара. Или, это может идти по мнению Раби Элиэзера, который говорит, человек не выходит с сукой чужого человека. Поэтому человек, который строит и будет призывать себе гостей, пусть думает, что я строю суку для себя и для всех других, тогда он выйдет по всем мнениям. Рахами. Два. Говорит Гадумара дальше, так нихнас лишевба, омер баруха шер гришама мисота вециван лишевба сука. Построил суку, сказал благословение, что я строю суку по Иерусалимскому Талмуду. Когда зашел там уже сидеть, жить, спать, кушать, говорит, что Бог дал нам мицву сидеть в суке. Говорит, человек, который сказал лишев без сука в первую ночь, больше лишев без сука не говорит. Почему? Потому что мицва сука длится 24 часа в день, 7 дней в неделю. Это мицва быть в суке и днем, и ночью. Опять, алаха у нас не так. Мы вышли, вернулись потом, сели за трапезу, мы снова говорим. Вот так говорит Гмара. Говорит Гмара дальше, мята, ха осе лулав ле ацмо, омер баруха шеги шам мисута вецива, ну ла асот. Лулав получается, человек, который сделает себе лулав. Он должен сказать, что Бог дал мне мицву делать лулав. Ла ахер, ла асот, лулав лишмо. Если он делает его для кого-то другого, что он благословляет, что я делаю лулав для него, для кого я делаю. Шунотер умер альтерад лулав. Вашер хияно, умварех бехол шаа вешаа шунотер. Когда он возмахает лулав, делает альтерад лулав, говорит, ашер кишам слава сивану альтерад лулав. И каждый раз, когда он возмахает лулавом, потому что мицва лулав действует только днем. Мицва сука действует и днем, и ночью. Но лулав делает только днем. Поэтому каждый день, когда он делает альтерад лулав, снова говорит благословение. Хаосе мизуза лясма умер ласот мизуза. Человек, который делает себе мизузу, говорит благословение, делает мизузу. Лахар ласота лахер, ласот мизуза лишмо, шукове умер, баруха шегиша мистав вециивану, аль мицват мизуза. Когда он забивает мизузу, говорит Иерусалимский Талмуд, говорит, что Бог дал нам мизву, аль мицват мизуза. У нас сегодня какое благословение, по Вавилонскому Талмуду мы говорим ликбоа мизуза. Теперь мы видим, что Аллаха не как Иерусалимский Талмуд. Дальше, хаосе тфилин лацмо. А Шергич нам ставит Иван у нас от твилин. Человек, который делает себе твилин. Тоже говорит Иерусалимский Талмуд, что Бог мне дал мицву делать твилин. Для другого делать мицву для другого. А когда он накладывает твилин, говорит аль мицват твилин. Сегодня мы не говорим аль мицват твилин, говорим, что леханиях твилин. А у цицилля смоумер. Шергич нам ставит Иван у нас от цицит. Человек, который завязывает себе цицил, говорит, что Бог дал мне мицву делать цицит. Когда одевает, литатев бецицит. Хаторем вамаасер. Омер барухашем шамсам висабану лавиш трума умаасер. Человек, который отделяет труму и маасер. В Израиле, у кого есть поля, отделяет труму и маасер. Что он говорит? То Бог дал мицву, отделяет трума и маасер. Лахар шефриш трума и маасер от лишмо. Делает это для другого, говорит, для его имени. Теперь Рамбан говорит, что отделить труму и потом отдать ее коэну, это две отдельные мицвы. Рамбам говорит нет. Поэтому у них получается по Рамбану будет два. Благословение по Рамбаму будет одно. Хашохет царих леварет. Баруха шем кедешан мистава сивану. Аля шхита. Человек, который делает шхита, какое благословение говорит? Аля шхита. Хам хасе умер аль кисуядам. Человек, который покрывает кровь, говорит аль кисуядам. Теперь и мицва есть. Что? Это мицва закрывать кровь курицы. Теперь мне мицва закрыть ее кровь. Шхита это может тоже эхшер мицва, но несмотря на это, все равно мы говорим благословение на шхиту, несмотря на то, что это в принципе подготовка к мицве. И желательно тот, кто зарезал, чтобы он тоже сказал «Аль кисуйдам бафа». И хозяин дома или тот, кто его позвал, тоже скажет
Когда мы говорим, это только если мы зарезали птиц, куриц, птиц или диких животных. На домашних животных это благословение мы не говорим. Дальше говорит Гмара. Хамаль царик леварех барух ашек шамсава сивану аламила. Моль, который сделал обрезание, говорит благословение аль-хамила. Авиа бену мэр барух ашек шамсава сивану лахнзом вердоши аврам абину. Папа какой говорит, что Бог дал мне мицву внести своего сына в союз Авраам. Спрашивает комментатор Гмара. Вот это мицва, это благословение. Это благословение на мицву или это Басхвальверката Шевах, благословение Всевышнего, благодарение Всевышнему. Для чего мне это нужно знать? Зависит от того, какое это благословение, когда я говорю. Если это благословение для мицвы, тогда я должен сказать ее до мицвы. Восхваление то после. Поэтому как мы сегодня говорим? Сначала папа говорит, а потом говорит Моэль. Ашкеназы как говорят? Так как мы не знаем, что это за мицва, поэтому сначала говорит Моэль Аль-Хамила. И после обрезания, перед прия, между брит, между милой и приой, прия это продолжение этой мицвы, они говорят благословение отца, шекишам слава Сивану, рахнисо, бивритов, шель Авраам Авину. Дальше говорит Гмара, ха омдим шам церхим ломар кешем ших на стола брит, кен тахнисеу летора ухупа. Те, которые там находятся во время обрезания, должны благословить, сказать, как ты ввел его в союз Авраама, так чтобы ты ввел его в Тору и Хупа. У нас версия немного другая, мы говорим, кешем шинихнас лабрит, как он вошел в союз, как и конец для Тора ухупа, уль маасим товим, чтобы он также вошел так в Тору, мицвот уй и маасим товим. Дальше говорит Мара. Хамварех царих леварех баруха шикшам слава кидеш, едит ми бетен. Вехок бишеросам, мецезав хатамой дворит кодеш. Алькен бизгаза ерхай хелкену. Цурену цавера цилиду зер шерин комишахат. Баруха та Ашем, корой табри. Кто берет бокал вина, благословляет благословение. Что мы там говорим? Благословенный Бог, который осветил друга из живота, из его утробы. Кто это друг? Первый, кому сделали правильное обрезание вовремя? Ицхак Авину. Здесь мы имеем кавана на Ицхак Авину. Он дал нам закон. И его потомков Ицхак Авину он запечатал Беот Брит Кодеш, святым союзом. Руха Шем сегодня сделал тикун Абрит. Алькен Бисхазо, за эту заслугу мы просим Всевышнего, чтобы он освободил всех потомков Ицхак Авину, чтобы они, не дай Бог, не попали в Гейну. Что человек, который охраняет свой Брит Кодеш, как он говорит, Авраам Авину сидит у дверей Гейнома и их освобождает от Гейнома. Барух ата Ашем, корой это брит, мы говорим, благословенный Бог, который заключает союз. Мицва, и матай меварех алейн, спрашивает Гмара, я хочу сделать мицву. Когда я благословляю на мицву? То мы все знаем этот ответ, да? Да. Когда говорит Раби Йоханан, омер ве овер ле-асиятан. Омер ве овер ле-асиятан, я говорю благословение, лит атев бе цицит, потом облачаешь цицит. Но говорит Раби Хуна, омер мишат асиятан. Когда говорит благословение, когда мицву исполняет, во время исполнения мицвы. Почему? Потому что, может быть, он не сможет исполнить мицву. Я сказал благословение и не успел. Забрали, позвали, что-то случилось. Что получилось, не дай Бог, брахалай ватала. Поэтому Рафуна считает посередине мицвы. Говорит Мара интересную вещь. Это ведь Рафуна, Кишмуэль, да Амар Раби Йоси, Раби Бумон, Бешем Шмуэль, кол ха мицвот туунот браха бешат асиятан. Хуц миткия, утвила, вешумрим, кидушин, бебиир. Баби Ила. Говорит Мара дальше так, что Рафуна идет по мнению Раби Шмуэль, который сказал так, все мицвот мы делаем, когда мы их исполняем. Опять, Аллаха не так, Аллаха как Раби Йоханан. Но есть три мицвы, даже по мнению Шмуэля, мы не исполняем, мы не говорим благословения, когда мы их исполняем. Какие три мицвы? Первое это шофар. Я не могу трубить шофар и говорить благословение. Окунание в микву. Или здесь имеется гой, он не может сказать благословение, он еще гой. Когда он будет евреем, ему уже сделали обрезание. Когда он окунется в микву и выйдет, он будет евреем. Потом скажет благословение и снова окунется. Или кто-то еще там тоже не говорит благословение, когда окунется, будет чистым, потом скажет благословение. И третье, вещь омрим, кидушим бебира. Третье, что человек, который женится, есть три пути, как человек может жениться. Или дать деньги девушке, или написать ей договор, или когда он имеет с ней супружеские отношения. Этим он приобретает себе в жены. Мудрецы это запретили, это не культурно, это неправильно, это некрасиво. Но если он приобретает так, говорит Гмара, что там благословение он не может сказать. Почему? Потому что они оба раздеты, и не может он сказать этого благословения. Амар Биона. Идле ухоре тфилин шель яд, ад шело яхлоз, вешер рош, ад шело ева. Ло ева, мин ева, айва. Теперь говорит Гмара,
что раньше носили тфилин целый день. И говорили благословение не только когда одевали тфилин, когда снимали тфилин, тоже говорили благословение, что у нас есть мицва охранять тфилин. Когда? Когда снимали тфилин от руки. Спрашивает Гмара, они почему никогда тфилин от головы? Говорит Гмара, потому что какой тфилин мы сначала одеваем? От руки. Какой последний снимаем? От руки. Поэтому Гмара говорит, тфилин на голове не может быть, пока не будет тфилина от руки. И поэтому мы с вами говорили, человек, который складывает свой тфилин и цицит, пусть положит цицит справа, чтобы он сначала взял цицит. Если по ошибке взял тфилин, должен надеть тфилин. А что если по ошибке он взял тфилин от головы? Должен надеть головы, потом от руки? Но Гмара говорит, нет. Что важнее, чтобы на руке, уже тфилин был на руке, до того, как я одену тфилин на голову. Поэтому эту мицву как мы пропускаем, одеваем тфилин на руку, потом на голову. Если до этого не одел цицит, потом одевает цицит. Амин.